Конечно же, Next Odessa. Давайте поприветствуем платинового мастера компании, члена президентского совета, создателя международного движения молодежного поколения Next Александра Подпорина. Все-таки я очень счастлив. Я очень счастливый человек. Ну, вы знаете, что такое счастье, да? Какое самое короткое определение, что такое счастье? Кто помнит? Здоровье, деньги, это короткое. Здоровье, деньги, время – это раз. Счастье, на самом деле, это отсутствие несчастья. И то, что мы здесь сегодня находимся, несмотря на то, что суббота, да, несмотря на то, что зима, несмотря на то, что у многих друзья, знакомые не пришли сегодня в этот зал, да? А есть зале люди, у которых не которые приглашали людей, и они сюда не пришли. Есть такие люди в зале? Есть. Есть. А это как? А это не сильно приглашали? Приглашали, но не сильно. Очень сильное начало, очень мощное начало. И если говорить о поколении Next, что это такое? Поколение Next – это платформа для вас. Потому что когда-то родился очень простой вопрос. В беседе с нашими коллегами, вот с корифеями этого бизнеса, не просто люди, которые зарабатывают деньги, а люди, которые зарабатывают деньги давно. Понимаете разницу? Вот, когда уже решены вопросы с машинами, когда решены вопросы с домами, с курортами, с путешествиями, и вдруг неожиданно оказалось, что они не очень всерьез воспринимают молодежь. Вот сталкивались, я вот сейчас к молодежи обращаюсь, да, сталкивались с тем, что ну, как-то не воспринимают всерьез. Есть такой момент? Да? А как боретесь? Продолжает дальше двигаться. Не, я знаю, у Кости ответ есть. Если в сердце дверь закрыта, нужно в печень постучаться. Ну, ему можно, он большой. И, а вот как всем остальным быть, такие вот, как на фотографии, да, как Билл Гейтс, видели, маленькие, худенькие. Ну, ведь, наверное, ж его не, вот на Загородьева больше похож, да? Вот, наверное, как-то не воспринимали, да? Вот, не воспринимали. Какой главный момент? Вы знаете, на самом деле, с поколением Next уже ничего доказывать не нужно. Мы состоялись, у нас есть клуб 400, у нас проходят семинары в разных городах, в разных странах. И есть очень большое количество успешных ребят, которые уже ездят на Мерседесах, у которых не существует границ. Но единственные границы, которые существуют, это, наверное, те препятствия, которые ставят у себя в голове. Вот. И когда я общался с более старшими моими ребятами, ну, вот есть у нас такая легенда сетевого маркетинга, человек, которому ненависть к миллионерам позволила самому стать миллионером. Да, кто это, кто знает? Вот, Алексей Луконин. И когда-то перед одним из событий поколения Next мы сидели вечером, общались, и тут он выдает такую фразу. Говорит, Саша, если бы я был твоим наставником, я никогда бы в жизни не позволил тебе организовать подобное событие. Ну ты придумал людей по возрасту делить. А у нас тогда строго по паспорту. Ну кто помнит эти времена, строго по паспорту. Если больше 30, в зал не попадешь. Да, и вот все кивают, особенно кому до 30 сейчас, да. Все глубоко до 30. Да. Вот. Он говорит, ну ты придумал людей по возрасту делить. Ты бы еще их по полу поделил. Я говорю, слушай, классная идея, да, семинар для мальчиков, семинар для девочек, нам-то хорошо, мы и туда ездим. Я говорю, а почему вот, почему так происходит, почему ты не воспринимаешь молодежь? Он говорит, ты знаешь, я своей организации, моя организация вообще, если до 25 лет мы даже встречи не проводим, мы даже не встречаемся. Я ему
задал один простой вопрос, на который он ответить не смог. Говорю, то есть, Леш, если бы у тебя была возможность встретиться со мной, когда я пришел в Каралайбу в самом начале, ты бы просто отказался от этой встречи. Потому что на тот момент, когда я пришел в Коронавый клуб, мне не было еще 25. И тут он задумался. А дальше начало происходить вот то самое событие. 250 человек. Это вы здесь подготовленные, серьезные уже, бизнес-ориентированные. Да? Причем вас пересадили, чтобы вы не кучковались. Да? Я смотрю, так разделили, грубо разделили. Да? Не мальчик, девочка. Да? А next, супер, next, супер. Воздействует. Вот. А приехало 250 человек молодежи, которым еще до 30. Берег реки, конец лета, последние дни каникул. То есть вы понимаете, родители уже в ужасе сразу. Да? Вот представляете, 250 молодежи, берег реки, конец лета, санаторий, взрослых нет. Вот. А молодежи нет. Давайте нам такое событие. Вот. И самый главный момент у молодежи, самый большой, есть то, что мы любопытны, то у молодежи есть еще жажда такая всего нового, да? И есть вот та самая вера, что в жизни не все так, как у взрослых, да? Что есть еще возможность, действительно чудо, есть возможность изменить жизнь, добиться вот тех самых вершин, не как у папы с мамой, а совершенно по-другому. И вот это любопытство их привело в зал. Привело в зал посмотреть, а чего же мы приехали-то? Почему нас родители сюда прислали? Вот. И вот с этого момента все началось. Дальше пошло все на одном дыхании. Дальше пошло на одном дыхании. И в конце дня мы с Алексеем тоже заходим в комнату, он говорит: Саш, ну я не понимаю. Я не понимаю, я видел очень много молодежи, но молодежь не такая. Это вы каких-то отобрали специально? Вот что ими движет? У них же нет чувства, внимание такое, это я вам много говорил, у них же нет чувства ответственности. Я говорю: Леша, а что по-твоему чувство ответственности? Он говорит: ну ответственность, ну например, я женился, пошел деньги зарабатывать, чтобы жену и ребенка обеспечивать. Я говорю: ну вообще-то это не ответственность, это вообще-то обязанность мужчины, да? Если он куда-то женился, еще и дети появились, то он обязан как бы уже обеспечивать. У ребят, у большинства из вас нет еще тех моментов, которые жестко бы касались денег. Да? Где-то помогают родители, где-то кто-то живет еще с родителями, оплачивает учебу. Вот нет вот жесткой позиции выживания с деньгами. Но что же может сдвинуть вот такому возрасту? А вот знаете что? Это понимание того, что будущее может быть совершенно другим. Вот именно для этого мы собрались сегодня здесь. Именно для этого мы собираемся в разных городах, в разных странах. Именно об этом мы общаемся. Общаемся с одной единственной целью. Чтобы вы понимали, будущее может быть совершенно другим. Для каждого из вас. Будущее может быть фантастическим. Будущее может быть таким, как вы его себе даже не представляете на сегодняшний момент. Так как случилось в жизни очень большого количества молодых людей поколения Next, не очень молодых людей. Почему? Потому что на самом деле возраст же он не в паспорте. Возраст, он в душе. Где у нас душа находится? Ну, у кого где, да? Да? Возраст, он в душе. И наверняка вы видели молодых, задорных, энергичных пацанов, девчонок, которые по 60, по 70 лет. Видели таких? Видели. А видели глубоких стариков, у которых жизнь уже закончилась, 20 лет? И в 15 тоже. В 15 тоже, да. Да. Это тоже есть. Поэтому возраст на самом деле внутри. В этом зале находится потрясающий человек. Я горжусь просто, что мне довелось топтать землю вот рядом с этим человеком. Еще больше я горжусь дружбой, еще больше я горжусь тем, что это мой наставник. И наставник не только мой, а громадного количества людей. Представьте, 42 года. И в жизни очень серьезные достижения, пройден очень серьезный путь, получены те вещи, о которых человек мечтал в детстве, в юности, ради которых он учился много лет, ради которых он работал много лет. И это случилось.
получилось. Это очень серьезная карьерная лестница. На тот момент это достаточно высокий карьерный статус. Вы знаете, у нас карьерный статус не подразумевает обычно финансовый статус. Да? Очень высокий карьерный статус, очень востребованный человек. Человек, который с утра до вечера в помощи людям, в решении вопросов серьезных, уважаемый человек. Но только один маленький момент. Этот момент маленький и однокомнатный. И в этой однокомнатной квартире, кроме нее, живет еще ее мама, ее маленькая дочь, ради которой действительно хочется изменить эту жизнь. И однажды эта женщина проснулась и сказала: «Я больше никогда в жизни не буду жить так, как я жила до этого». И за небольшой промежуток времени, за много меньше времени, чем ушло на то, чтобы добиться карьерного роста, понимания, уважения, она сделала в миллион раз больше. Она не просто изменила будущее своей дочери, она не просто изменила свое будущее. Объехала колоссальное количество стран. Полетала на вертолетах, на самолетах, на всем, чем на воздушных шарах, на всем, чем можно полетать. Перепробовала то, что многим снится только в самых светлых, самых радостных снах. Она сделала намного больше. Она пошла дальше. Она изменила жизнь очень большого количества людей. Сотен тысяч людей. Сотни тысяч людей сегодня со мной согласятся. И в разных городах, в разных странах говорят одно. Марина Яковлевна, спасибо громадное вот за то, что вы делаете сейчас. И я считаю, что нам всем необыкновенно повезло. Помните, вот как представление, что городов, стран, а в конце какая страна была названа, что помните? Одесса. В конце была названа страна Одесса. Ну так все правильно. Я очень счастлив за вас, за всех, и вас здесь большинство. Ребята, вы реально можете изменить жизнь не только Украины, а колоссального количества стран. Потому что Одесса — это порт Семи морей. Куб земли, да, ну все отсюда начинается, даже вот три, даже от Одессы так далеко. У вас в городе есть крутейший инструмент, который изменил жизни громадного количества людей. И Марина, она переживает, вот настолько переживает все, потому что вот это событие, толчок, движение, и оно происходит просто благодаря желанию, да. Человек говорит: да, потом пошли действия, тут работала очень классная команда, вы видите, какой уровень организации, да? Как на самом деле интересно, вот представьте, любой из вас может так же, абсолютно любой из вас может изменить свою жизнь, не только в материальном плане, а в плане действительно больших, серьезных вещей, то, что намного ценнее, чем деньги, то, что дает возможность быть счастливым, и быть счастливым не только потому, что отсутствует несчастье, а быть счастливым, потому что постоянно создается новое счастье. Я счастлив, что я сейчас нахожусь здесь, но и я еще больше счастлив тому, что в этом зале сегодня здесь находитесь вы. Эти два дня сделают одну простую вещь. Ваша жизнь уже больше никогда не будет такой, как была до этого семинара. Спасибо вам огромное!